Новый скандал по уже привычному сценарию. В Красноярске автомобиль перегородил дорогу скорой помощи. Эти кадры разместили в интернете очевидцы. За рулем легковой машины, которая мешала проезду, находилась женщина. Ей достаточно было сдать несколько метров назад. В ситуацию даже вмешались прохожие. Женщина уступила только, когда водитель скорой пригрозил вызвать ГАИ. Что, ГАИ вызывать, что ли? Уберите машину, дайте проехать скорой. Следственный комитет проводит проверку. Как сообщается, инцидент продолжался несколько минут. Жизнь пациента, к которому ехали врачи, сейчас вне опасности. Между тем, в таких ситуациях время решает все. В Петропавловске-Камчатском скорая к пациенту не успела. Там расследуется уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Дорожный конфликт произошел, когда до нужного подъезда осталось несколько десятков метров. На пути машины с включенными сигналами оказался другой автомобиль. Примерно 10 минут ушло на выяснение отношений. Теперь следователи должны ответить на вопрос – есть ли с юридической точки зрения связь между смертью молодого мужчины и тем, что бригаду врачей задержал инцидент во дворе?